Брат, пора идти. Я готов.
Я готов! Thank you.
просто неугомонные. Брат, сзади оборотень! Запечатали все три разрыва в пространстве. Как ощущение? У меня пальцы отваливаются. Ты растешь, Атрей. Это было непростое дело. Можешь гордиться собой. Да. Спасибо, отец. Нужно что-то новое перед... Знаешь что, Синдри? Мы закрыли разрывы мира. Что? Не может быть. Правда? Нет, я не верю. Да, потратили кучу времени, но запечатали их. Невероятно! Нужна такая сила. Он говорит правду. Нет, врать вы не станете. Что ж, тут можно только сказать спасибо. И Вальди с сыновьями тоже бы вас поблагодарили. Чем могу служить? Никуда не знаешь. Это важно. Счастливого пути! Один очень умен.
а считает себя еще умнее. И он собирает пророчества. Все, что касается будущего, попадает в его коллекцию. Так создается образ всеведущего и всевидящего Бога. Но главное — власть. Власть над будущим, власть над судьбой. Будь его воля, он подмял бы под себя все миры, все страны, все земли. Любое сопротивление он готов задушить в зародыше. Даже если раньше ты не был для него опасен, возможно, он считает, что станешь опасен в будущем. Так что неважно, как он узнал обо всем раньше вас, важно, что он оказался прав. Я скучал по его ветеркам, по сладкому запаху жимолости и крови. Ну, судя по небу, на этот раз светом управляют светлые эльфы. Объясни. Видишь ли, светлые эльфы и темные всегда сражаются за свет. Это мы знаем. Но знаешь ли ты, что власть над светом переходила из рук в руки целых 213 раз? Правда? Да, обе стороны считают себя истинными хранителями света и утверждают, что борются за выживание. Но правда в том, что война идет так давно, что они уже не могут без нее жить. Прочесть можешь? Слушаюсь. Что написано? Что-то про вечную войну за свет. Как думаешь, мы ее остановили? Вряд ли. Объясни мне, Сварта Альфхейм означает «страна темных эльфов», да? Да. Но ты сказал, что темные эльфы уже давно в Альфхейме. И разве гномы не из Сварта Альфхейма? Они не похожи на темных эльфов. Ты так думаешь? Значит, ты намного наблюдательнее асов. Это они не видят между ними разницы, и именно они придумали это название. Сами гномы называют свой мир Нидавлир. Темные эльфы не из Сварта Альфхейма? Именно. Они эльфы, просто другого цвета. Неизвестно, кто появился раньше, но все они из Альфхейма. Если это один народ, зачем они воюют? Это очаровательно. Что? Так устроен мир. А, ну, очень жаль. Thank you.
еще одна валькирия. Начнем? Когда я решу. Друзья. Let's go!
Удачи, друзья! Yeah!
удачи, друзья. Go!
значит, это все? Друзья.
Вы освободили меня от моей оскверненной оболочки. За это я буду вечно благодарна вам. Но мои сестры по-прежнему в плену. Возьмите мой шлем. Найдите их, освободите их. Судьба Валькирии в ваших руках. Кажется, это важно. Это еще мягко сказано. Что ты знаешь? Дельный вопрос. Но ответить непросто. Я знаю больше прочих, но почти все, что касается Валькирии, окутано тайной. Меня же встреча с Валькириями привела в заточение. Не уходи от ответа, голова. Говорю же, брат, ответить нелегко. Я не знаю, как и почему они стали такими злыми. Но, может быть, если освободить и других... Предлагаешь сражаться с ними? Судьба Валькирий, парень. Есть ли подвиг достойней этого? Это опасно. А с каких пор тебя это смущает? Вот и правильно. Сказал змей. Похоже, это важно. Да так, он просто сказал, что мальчик как будто ему знаком. Я? Быть не может. О, я согласен, если только, например, он не говорит о будущем. По легендам, во время Рагнарёка Йормунганд и Тор сойдутся в бою, и тогда древо жизни содрогнется и, расколовшись, извергнет змея в прошлое, туда, где он еще не родился. Что? Это просто бред. Ну, я не хотел никого пугать. Ого! Что великаны способны изменить предначертанное ему во время Рагнарёка. Ведь они старейшие враги асов, и это их армии суждено победить. Но еще сильнее его влечет их дар провидения. Он хочет знать то, что знают они, и видеть то, что они видят. О, скольких бед бы удалось избежать, не будь его ненасытное любопытство сильнее его мудрости. Как-нибудь расскажу, за что его прозвали владыкой висельников. Неужели мы вернулись в Хель? По крайней мере, не там, где нас снова будут мучить видения. Так холодно, что аж слюна замерзает. Yeah.
Ugh!